тобой, Европейское утро, сообщение из Евроаси. 313-187 Ольга написала: с утра попала под дождь, от влажности волосы начали виться, теперь я пушистая и кучерявая. Заодно и душ приняла, Оль. А, кстати, далее у нас мясо. Европейское утро, сообщение из Евроаси. 313-187 Ольга написала: с утра попала под дождь, от влажности волосы начали виться, теперь я пушистая и кучерявая. Заодно и душ приняла, Оль. А, кстати, далее у нас...